Всех приветствую. Сегодня у нас вебинар «Продаем по телефону вместе с Bittrex24». Поставьте плюсики, как вы нас слышите, пожалуйста. Нам бы хотелось понимать, что все нормально, что все подключились и нет никаких технических сложностей. Ставьте ваши плюсики, как вы нас слышите, все ли в порядке. Ага, отлично. Один плюсик, второй. Не стесняемся, продолжаем. Давайте ставим. Мы хотим понимать, что всем все слышно. Угу, отлично, вижу. Сразу следующий такой вот вопрос. Ну, заодно и проверим как раз-таки слышимость. Меня интересует география. Напишите, пожалуйста, город, из которого вы нас слушаете. Вот мы, например, сегодня с Василием, я его позже представлю, из Москвы. Иркутск, отлично, Дмитрий. Отлично, что вы с нами. Дальше напишите города. Нам очень интересно, какая география, кто откуда нас слушает. Вижу ваши плюсики. Екатеринбург, отлично. Москва, Псков, Львов. Москва, Нижний Новгород, отлично. Тула, Белгород. Муром. Новосибирск, отлично. Краснодарский край. Москва, Питер. У нас, кстати, прошлый вебинар был из Питера, то есть питерский партнер приезжал. Чебоксары, Зеленоград. Привет, земляка. Продолжаем. Отлично. Теперь следующий такой вот вопрос. Нам также хотелось бы понять аудиторию нашу. Кто нас слушает? Поставьте один, если вы собственник бизнеса. Да? Если вы руководитель отдела или подразделения, поставьте цифру 2. И 3, если вы менеджер по продажам, HR или другая какая-нибудь профессия. Ну, то есть просто интересно понять, кто наша аудитория, кто нас слушает, для кого мы можем как-то вот помочь, вопросы, то есть... Москва, Евгения пишет, ага, теперь вижу, очень много собственников бизнеса, руководителей различных подразделений, отлично, ага, вижу, в основном собственники, руководители, прекрасно, некоторые по двое, по трое, кто-то совмещает, может быть, должности, тоже такой вариант возможен. Отлично, спасибо вам большое. Брест, я вижу, появился. Спасибо вам большое за то, что вы отвечаете. Нам это очень важно, мы анализируем, постоянно готовимся. Поэтому я потихонечку перехожу. Меня зовут Майя. Я менеджер по продажам компании 1С Bittrex. Я более 13 лет в коммерции. Различные продажи, проекты, руководила различными проектами, то есть занималась развитием партнерской сети. И сегодня я хочу представить ведущего партнера, главного специалиста по телефонии, Василия Довгаже. Привет, коллеги. Значит, пару слов о себе. С 2005 года я в управлении веб-проектами. Сейчас наша компания специализируется на сложной разработке под Bittrex24, интеграции с внешними системами, конечно же, телефонии. Сам я
являюсь руководителем компании. Компания называется InformUnity. Офис ее расположен в Зеленограде. Поэтому я приветствовал земляков. Ну и приветствую сейчас вообще всех, кто меня будет слушать. У меня достаточно немалый опыт именно в продажах, в переговорах и крупных продажах, так как у нас специализация сейчас именно по работе с крупными клиентами. Вот. Мы сегодня поговорим с вами о телефонии, как продавали больше с телефонии P324. Казалось бы, в наш век у нас и мессенджеры, и различные соцсети, и у нас, и в принципе, и почта. То есть каналов связи с клиентом огромное количество. И как вот при этом огромном количестве усовершенствовать, скажем так, наладить телефонию и при этом не потерять, нам вот расскажет Василий. Вась, как продавать больше? Как вот из телефонии выжить по максимуму? Ну, во-первых, я думаю, ее нужно, конечно же, связать с CRM. Поскольку сама по себе телефония, ну, это хорошо, это, я вообще считаю, что это лучший мессенджер, потому что когда мы не просто читаем, да, какой-то текст, но еще и слышим собеседника, мы можем передавать интонации, какую-то невербальную информацию, да, и понимать настроение, самое главное, понимать настроение наших клиентов, наших покупателей. Так мы можем стать ближе к ним. Но просто находиться по разные стороны одного провода маловато. Нужно еще иметь базу данных, где мы будем вести записи о наших клиентах. И более того, нужно в момент звонка понимать, с кем мы разговариваем и о чем мы разговариваем. То есть, что мы ему продаем, что мы продавали ранее, в каком состоянии находится текущая сделка, чем он вообще занимается, как часто мы с ним общаемся. В общем, знать о нем все. И тогда, мне кажется, мы сможем продать ему то, что мы продаем, то, наверное, сможем продать. Ну да, то есть... Что такое CRM сегодня, коллеги? CRM сегодня – это не просто база данных. CRM – это инструмент, который должен удовлетворять различным критериям. Один из них – это быстрый поиск информации. Менеджер продаж должен получать информацию в тот момент, когда она ему нужна в процессе разговора телефона. Поэтому информация должна находиться быстро. Во-вторых, это удобство работы. Если CRM будет отягощать менеджера продаж, то он, по крайней мере, будет тратить на это какое-то дополнительное время, и это будет понижать его эффективность. Однозначно в CRM должны учитываться все действия, которые производит менеджер, все контакты с клиентом, конечно же, все его звонки и телефоны. И, естественно, наш сегодняшний 21 век в самом разгаре, где IT развивается вовсю, нам не нужно забывать про автоматизацию. У менеджера всего две руки, одна голова, но CRM должна ему помогать использовать свои человеческие ресурсы по максимуму эффективно. Заниматься рутиной, одним словом. И тогда этот инструмент становится полноценным для планирования, контроля и масштабирования бизнеса. А типовой сценарий интеграции телефонии, он достаточно прост. Нужно получить телефон ответственного, переадресовать звонок в момент поступления, показать карточку клиента, сохранить спустя сам разговор, когда поговорили, да, сохранить его в CRM и прикрепить туда запись звонка. Ну, наверное, это вот та база, которой нужно отталкиваться, можно сюда накрутить еще много чего, но вот такая базовая вещь, она уже достаточно давно реализована в P324 с 2013 года, мы можем этим пользоваться. И вот следующий раздел как раз посвятим тому, чтобы по
пояснить, как именно подключать телефонию Дмитрия 24. Есть несколько способов. Самый простой – это арендовать номер уже в системе. Либо, если у вас есть свой номер, нужно привязать его. В таком случае вы будете иметь возможность звонить из CRM, у клиента будет отображаться ваш номер, но входящий вы будете получать вне системы, что делает немножко неполноценным такую интеграцию. Поэтому есть еще два других способа, они полностью полноценны. Один из них – это подключить вашу существующую АТС через SIP-коннектор, либо вы можете сделать это через REST API. Немножко разберем каждый из этих способов, но перед этим хотелось бы немножко перечислить функционал виртуальной АТС B324, то есть что есть уже в продукте. Что вы получаете, покупая продукт в облаке или в коробке? Виртуальная АТС B324 – это полноценная телефонная станция, которая позволяет обрабатывать звонки, организовать очереди, группы, позволяет прикрепить, задать голосовое приветствие. Вы можете задать, например, свой аудиофайл, который проиграть при звонке абоненту. Можете настраивать переадресацию на мобильный. Естественно, работает поиск менеджера по CRM. То есть в момент звонка система определяет, кто ответственный, и перенаправляет звоночек. Фиксирует звонок с записью, конечно, непосредственно в CRM. И дает возможность оценить клиенту работу менеджера. И первый способ подключения, да, как мы говорили, это аренда номера. Вы выбираете из доступного пула номеров необходимый вам город, необходимый вам, соответственно, код телефонный, да, если мы в России находимся, доступны практически все регионы. Сейчас уже география достаточно широка. Это удобно, быстро. Можно выбрать номер, два клика его оформить, прикрепить необходимые документы и звонить. При этом вы получаете все возможности виртуальной АТС. Недостатки такого способа. Ну, во-первых, вы, наверное, какого-то города можете там не найти, а ограничение виртуальной АТС может, например, не хватить для решения каких-то задач. Ну и в конце концов у вас может быть уже существующий номер. Да, вот как раз следующий вариант, мы рассмотрим подключение вашего существующего номера 524. Вариант, который, наверное, существует уже несколько лет, подключение через SIP-коннектор. Виртуально его можно представить как некую облачную прослойку, которая находится между вашей АТС и B324, куда с вашей АТС перенаправляется весь голосовой трафик. И операторы, ваши менеджеры, сотрудники отдела продаж, другие коллеги, они подключаются непосредственно к этой к этому SIP-коннектору, то есть, по сути, к виртуальной АТС B324. Можно подключить свой телефонный аппарат, вот такой, как вы видите, здесь у нас на столе стоит. Можно пользоваться софтфоном B324, который встроен в продукт. Но сама АТС, которая подключается, да, она утрачивает свои функции и превращается в ретранслятор. То есть просто гонит весь трафик дальше по схеме. Ну, преимущества, недостатки. Настраивается быстро. Можно подключить несколько АТС. Из недостатков, это самое главное, то, что
Вы продолжаете платить за вашу виртуальную АТС, но тем не менее она становится уже нефункциональной. И, наверное, второй недостаток, он такой достаточно важный, на эту переадресацию с одного узла на другой уходит дополнительное время, порядка 5 секунд в среднем. И это время ваш абонент, тот, кто звонит вам, он слушает гудки. То есть он просто ждет. В отдельно взятых регионах может быть нестабильным качеством, но это больше на самом деле относится в целом по миру. То есть Россия достаточно показывает хорошие характеристики, если там года три назад на Дальнем Востоке было плохо, то сейчас там используются сервера, которые находятся непосредственно в близости, ну, там уже в регионе. Тут вот я тебе вопросик, раз ты начал говорить про возможность, а возможно ли подключение из европейской страны, Гульнара спрашивает? Конечно. То есть, отлично. А Беларусь есть в списке доступных стран? Именно арендовать номер или подключить именно свою АТС? Тут надо Максим, да, уточните, пожалуйста, ваш вопрос. Что вы имели в виду? Я пока продолжу. Да. Следующий вариант. Он появился относительно недавно, 2 года назад, Bittrex24 дал возможность подключать АТС через REST API. Это выглядит немножко по-другому, видите, схема стала проще. В данном случае АТС остается полноценной, она продолжает выполнять те самые функции, которые выполняла. Телефонные аппараты, вот такие вот, да, вот вы подключаете к этой самой АТС, вот как они были подключены у вас до соединения с Bittrex24, так они остаются. Единственный момент, появляется вот эта связочка между АТС и Bittrex24. Как правило, эту интеграцию выполняет сам поставщик услуги. То есть, если мы говорим про виртуальный АТС, ну, уже, наверное, самый ленивый не представлен в каталоге приложений для Bittrex24. И как мы видим, здесь даже представлена большая тройка операторов. То есть можно подключить, например, виртуальный АТС Мегафон, МТС или Билайн и пользоваться также и мобильной связью, при этом передавая информацию о звонках в CRM Bittrex24. Также доступно подключение и офисных АТС. Вот для Астериска, например, также есть решение, мы о нем поговорим чуть-чуть попозже. Ну, наверное, такое техническое, небольшая вводная прошла. Можно, наверное, здесь в технических моментах пока поставить точку. Там, наверное, у нас много вопросов, но давайте мы их ответим в конце. Да, мы на все вопросы подробно ответим в конце, Петр, Максим, то есть разберем это все. Да, а сейчас поговорим немного больше о бизнесе. У нас там очень много собственников, чтобы коллегам не было скучно слушать про технические вещи, мы поговорим про бизнес. Что же дальше? Вот мы соединили нашу АТС с Bittrex24. Звонки у нас пошли в систему, все учитываются, ничего не теряется. Какие вещи важно контролировать дальше? Ну, во-первых, на звонки нужно отвечать. Казалось бы, логично, да, но практика показала, вот когда начинаешь анализировать, что же в компании не так, вот, где можно улучшить, да, тем именно телефонии, обнаруживается, что в компании много неотвеченных, пропущенных звонков. Ну, пример, да, вот такой банальный. Менеджеры в продаж, 3 человека. Все ходят на обед с часу до 2. Что происходит с часу до 2? Компания теряет клиента. Или, например, вот ну, эти 3 менеджера продаж, нас плохо слышно? Нет, ну тут есть вопросы. Если, например, вот все 3 человека разговаривают, а нам звонит параллельно 4-й клиент, он не дожидается ответа, его зафиксировала CRM-ка, надо не забыть его обработать. То есть контролируем, насколько у нас загружены наши менеджеры, наши операторы.
Если они перегружены, нанимаем новых. Если есть пропущенные, неважно по какой причине, следим, чтобы их обрабатывали. Чем быстрее, тем лучше. Пока ваш клиент не ушел конкурент. Ну, для упрощения ситуации можно настраивать, например, переадресацию. Ну, к примеру, на мобильный менеджер, если он не может ответить, находится, например, не в офисе. Погромче говори, говорят совсем. Совсем не слышно, да? Ну, сейчас что-то попробуем сделать. Да. Если, например, менеджер находится не в офисе, но в целом работает, можно звонок направить ему на офисный, на сотовый его телефон. Второй момент, который не менее важный, это не заставлять ждать ваших клиентов. Наверняка вы общались с сотовыми операторами, когда вам нужно что-то изменить или узнать информацию о вашей услуге. Наверняка вы понимаете, что такое ожидание там десятки минут, и вам при этом говорят, что ваш звонок очень важен для нас. Вот настолько важен, что вас маринуют там на протяжении десятков минут, там получаса. Я думал, что вот те владельцы бизнесов, которые слушают сейчас нас, они не владельцы Сбербанка, да, и они готовы сделать шаг навстречу клиенту. Сделайте, клиент вам будет очень благодарен. Старайтесь не заставлять его ждать. Не устанавливайте длительное IVR, приветствие. Обеспечьте минимальное время ожидания. Вот был случай один из нашей практики. Пришел клиент, говорит, у нас не работает телефония. Вчера работало, было там 23 звонков за час. Сегодня нет ни одного. Стали смотреть, выяснилось. Клиент сходил в студию, записал прекрасную мелодию приветствия. Ожидание, скажем так даже. Она там реально была разработана для них, потратил деньги на это, качественно, все классно. Но он поставил ее в качестве мелодии приветствия. Что это значит? Это значит, что система будет ее проигрывать, пока не доиграет до конца. И вот клиенты слушали 2 минуты какую-то красивую музыку. Это, конечно, классно, но кто готов ждать 2 минуты? Значит, решаем эту задачу так, чтобы сократить время ожидания до минимума. В этом помогает переадресация на ответственность. Например, в CRM клиент уже внесен, его обслуживает менеджер Иван. Во время звонка CRM знает, что этот клиент должен быть направлен Ивану. Мы его направляем до того, как пройдет какое-либо приветствие. Если Иван не ответил, мы его возвращаем в общую очередь. Но у нас там проблемы какие-то технические. Я пока отключила видео, чтобы как-то улучшить, чтобы звук, чтобы не тянул. Поэтому мы на примерах включим видео попозже. Окей. Продолжаем. Да. Хорошо. Следующий момент, когда мы уже дозвонились, нам нужно, конечно, установить контакт. Что это значит? Это значит, что мы должны не зачитывать какой-то скрипт, заранее подготовленный, насколько бы он не был профессиональным, а мы должны услышать клиента. Мы должны установить с ним прямой контакт. Мы должны понять, чего он хочет, и по возможности это ему и предоставить. И один из моментов, который поможет нам в этом, это приветствовать клиента по имени. Ведь всегда приятно
когда нас называют по имени. Вот когда я, например, звоню какому-то поставщику услуги, или, например, в какой-то интернет-магазин, где я что-то покупал, мне говорят: «Здравствуйте, Василий». Я понимаю, что там работает CRM, но тем не менее, все равно становится приятно. Приятно, что тебя узнали. И компания в это время получает такой хороший кредит доверия. Она уже расположила меня таким образом, чтобы я совершил покупку. Во-первых, мы здесь видим карточку, которая всплывет в момент звонка, да, на этом слайде. Но мы на этом не остановились, потому что нередки случаи, когда приходится принимать звонок, когда CRM выключен, например, компьютер выключен, вам позвонили, вы еще не приготовились начать рабочий день. Или, например, вы чем-то другим занимаетесь, и вас застали врасплох. Вы смотрите только на телефон в это время. И мы разработали решение, которое выводит имя клиента на телефоне. Давайте продемонстрируем, как это работает. Mm-hmm. Сейчас покажем нашу CRM. Еще разочек. Я тебя набираю? Да, Майя, позвони, пожалуйста. Вот, пожалуйста, я набираю. Звоним с мобильного. Звоним с мобильного. Звонок приходит нам на стационарный телефон. Он подключен в данное время к Астериску. И мы здесь видим на дисплее, не знаю, вам, наверное, не очень хорошо видно, но я здесь вижу, что нам звонит Майя. Спасибо, Майя. И то же самое на экран выводится. Да, то же самое, не знаю, видно еще экран, да, у нас одновременно все видно было. То же самое мы видим в Феррари. Угу. Камеру я, коллеги, отключаю, чтобы дальше продолжаем. Я возвращаюсь к презентации. Коллеги, мы видели, как работает сейчас наше решение по интеграции со Астериском. Мы чуть-чуть подробнее рассмотрим это решение. Я хотел бы немного рассказать вообще, что такое Астериск, потому что многие слышали, может, не все еще знают, что это, чем он лучше или хуже других АТС. Ну, буквально 5 минут информации, которую постараюсь дать максимально близкой именно для понимания, меньше технических терминов, больше, так сказать, общих формулировок. Итак, Астериск – это программная АТС. Она устанавливается на вашем сервере, то есть внутри вашей локальной сети. Сама по себе она не имеет интерфейса, это консольная программа, которая устанавливается на операционную систему Linux. Для того, чтобы пользователям было с ней работать удобно, разрабатываются различные веб-интерфейсы. Один из самых популярных – это FreePBX. Это система для управления Астериском. Там вы можете выбрать, каким образом организовать очередь, подключить номер провайдера, создать внутренние номера для ваших сотрудников и так далее. В сравнении с виртуальными АТС, Астериск имеет следующее преимущество. Во-первых, он позволяет создать любые правила обработки вызовов. То есть, если вам не хватает возможностей, которые вам дает виртуальный АТС Bittrex24 или виртуальный АТС вашего провайдера, здесь вы можете сделать практически все, что угодно. Вы можете подключить множество провайдеров. И, как я уже говорил, она устанавливается внутри вашей сети. То есть, таким образом, те, кто заботится о безопасности, решают эту задачу. Этот продукт распространяется бесплатно.
Тем не менее, он является коммерческим продуктом. Компания, кто его разрабатывает, ориентируется на другой источник доходов. Они разрабатывают железки, которые позволяют соединить эти риски со стационарными линиями, традиционными линиями связи. И тем самым это коммерческий продукт, который распространяется свободно. Вам не нужно платить за лицензию, вам не нужно платить за его использование. И, конечно, будет неправильно не сказать про недостатки. Самым главным недостатком, мы считаем, при огромном числе преимуществ являются высокие требования к компетенции. Как только появился Астериск, это был продукт для инженеров. Ну, с его развитием, с появлением различных инструментов типа FreeQBX для управления, стало возможно использовать его и в небольших компаниях, то есть требования к компетенции снижаются. Так. Когда выбирать Астерикс? Когда это нужно? Вообще, кому это может быть интересно? Ну, во-первых, по опыту использования, да, вот мы работаем с разными компаниями, кто использует Астерикс, да, это и крупные компании, такие как банки, какие-то большие корпорации, так и небольшие компании с отделами продаж, несколько человек. Также Астериском пользуются колл-центры, например. По сути, благодаря его гибкости, на нем можно реализовать много задач. Когда его выбирать, да, основные моменты? Ну, когда вам нужно установить АТС внутри, понятно. Когда вам нужно реализовать что-то сложное для обработки вызова, понятно. Когда вам нужно подключить несколько веб-провайдеров? Ну, например, операторы зачастую ограничивают. То есть, если вы используете их виртуальную АТС, скорее всего, вы не сможете подключить других операторов. Таким образом, они заинтересованы в использовании их продуктов, да, и ограничивают в этом. С Астериском вы не имеете таких ограничений. Когда вам нужна расширенная статистика по телефону? Нужно прослушивание, конференции, другие функции. Или когда вам, например, нужна IP-телефония, которая дает возможность интегрироваться с Битриксом, да, например, в сочетании с традиционными линиями. Астериск дает возможности, вам его нужно установить на свой сервер, приобрести плату расширения и подключить его к традиционным аналоговым линиям. Ну и, конечно, когда нужна простая интеграция, про интеграцию мы как раз расскажем дальше, это является одним из наших флагманских продуктов, которые мы выпустили на масс-маркет. Решение, несмотря на то, что внешне и по бизнес-задачам оно достаточно простое, оно связывает Астериск B324, внутри оно очень сложное. Ну, здесь вот на этой схемке я буквально в двух чертах показывал, что оно состоит из двух компонентов. Один компонент устанавливается на стороне B324, это приложение из каталога Marketplace. Второй компонент это модуль, который устанавливается на стороне FreeQBX, приложение есть у него ссылочка. Изначально, создавая этот продукт, мы хотели максимально упростить его. Мы заботились о тех пользователях, которые будут его ставить. Поэтому установка занимает порядка 10 минут. Бывают сложности в каких-то ситуациях нестандартных. Он не взлетает быстро, у нас для этого есть поддержка. Тем не менее, в 95% случаев обычный сисадмин поставит это решение самостоятельно. И это не просто коннектор, который связывает одну систему с другой. Во-первых, это полноценный модуль для вашей АТС. То есть вы можете вызвать интеграцию с B324 в том месте диалплана, где она нужна. Например, вы можете
подключать ее не сразу, когда получаете звонок, а в какой-то из веток голосового меню. Реализованы абсолютно все сценарии, возможно, на данный момент интеграции с продуктом Bittrex 24. Это и поддержка звонка из Bittrex 24 по клику, и обратный звонок с сайта, и оценка качества обслуживания. Но кроме этого реализован ряд дополнительных фишек, которые вы получите при использовании продукта. Одну из них вы продемонстрировали, но также это и отчеты. Также это и задачи на пропущенном звонке, чтобы вы не забывали их обрабатывать. Сколько стоит? Всем интересно. Для микроотдела продаж продукт бесплатен. Если у вас два человека занимаются продажами, два человека пользуются телефонией, вы устанавливаете приложение, и оно все время для вас останется бесплатно. То есть, а количество номеров не ограничено, правильно? Сколько у вас номеров, сколько у вас при этом сотрудников вообще на этой АТС, неважно. Именно те, кто работает с интеграцией, те, кто работает с CRM, вот два пользователя. Если у вас в отделе продаж три и более пользователя, решение остается доступным. Всего 2000 рублей в месяц, и вы получаете полноценную интеграцию. Более того, в этой версии вы получаете бонусом отчеты. Вот такие графические отчеты, которые позволят контролировать ваш отдел продаж. То есть здесь прямо наглядно, в разрезе, например, дня, недели, можно видеть количество звонков, совершенных вашим сотрудникам, оценивать их эффективность. Небольшая статистика нашего приложения в цифрах. Ему исполнился год, оно молодо, но тем не менее в нем уже 2500 часов нашего внимания. Мы стараемся поддерживать различные сборки, различные варианты и сценарии использования. Более 3500 установок приложения и порядка 500 клиентов доверяют нам. Вась, а вот есть примеры, где вы уже это внедряли, как это работает, показать, как применим этот модуль и что получает вообще бизнес? Да, это важный на самом деле вопрос, спасибо, Майя. Стоит, наверное, показать именно, что получает бизнес. Говоря про измерение именно каких-то показателей, мы понимаем, что компания от компании отличается. Да? Мы внедряли его в десятках компаний сами, несмотря на то, что еще сотни устанавливали самостоятельно. Тем не менее, вот оценить именно количественно какие-то вещи сложно. Но эмоциональные выгоды, они везде в целом идентичны. То есть, во-первых, мы получаем весь портрет клиентов CRM, а это немаловажно при обработке звонка, и это немаловажно в целом для продаж. То есть клиента мы видим полностью, когда мы общались, с кем был разговор, мы можем прослушать запись. Более того, упростилась передача информации от коллеги к коллеге, например, при уходе в отпуск. Например, просто при передаче клиента. Внедрение позволило упростить данный процесс. А вот здесь поступил такой вопрос от Гульнары. А возможно ли переадресаться на мобильные телефоны разных стран? Или переадресаться по теме вопроса на разные отделы? Например, отдел продаж, отдел закупок? Насчет мобильных телефонов разных стран, если мы говорим про астериск, здесь вообще никаких ограничений. По теме продаж на разные отделы вы создаете, по сути, голосовое меню,
Например, да, для того, чтобы связаться с отделом продаж, нажмите 1. У вас есть отдельная очередь менеджера продаж. Для того, чтобы связаться с отделом закупок, нажмите 2. Соответственно, операторы другого отдела получили. Ну вот как раз-таки по поводу уточнения первого вопроса. Работают люди из России, Швеции, Латвии. Здесь больше зависит от вашего провайдера и условий, которые он вам дает для таких звонков. В целом, если у вас есть возможность дешевых звонков, ну или, по крайней мере, если ваш бизнес готов платить по тем ценам, по которым вам отдает звонки провайдер, переадресуйте хоть в Америку, хоть в Европу, без проблем. По эмоциональным выгодам, наверное, перечислили уже две из них, да, последняя, это сильно упростился после внедрения контроль. То есть мы видим наглядно количество звонков, мы быстро можем перейти в карточку какого-либо клиента и прослушать звонок, тем самым проверить, как работает менеджер. И говоря о численных показателях, наверное, Майя в первую очередь ими интересовалась. Ну да, что вот вы получили, вот, допустим, внедрив это у себя, да, вот, казалось бы, телефония, ну, вроде все по старинке звонит, а вот вы вот автоматизировали телефонию, что вот вы? Вот тут сложно опять же сказать, потому что мы ее автоматизируем постепенно, но вот именно на своем опыте мы готовы сказать, что опцию, например, создание лидов на исходящих, ну, находящих, понятно, да, они создаются всегда, регистрируются. А здесь мы создаем их, например, набирая неизвестный ранее номер, ранее CRM. В нашей компании продажи выросли на 10%. Что это значит? Это значит, что менеджеры перезванивали, например, на какие-то номера, которые не были зарегистрированы в системе, а дальше про таких клиентов забывали. То есть вот тем самым, отдав эту информацию в CRM, появилась возможность контролировать это. Вот элементарный сценарий. Мы, здесь на самом деле это чисто случайно выяснилось, то есть мы не ожидали этого. Поэтому тут надо внедрять и экспериментировать. То есть в любом случае, когда вы дополняете информацию в одной системе информацией из другой системы, вы получаете синергию, которая в любом случае будет вам в плюс. То есть вот сама интеграция явно показала больше рост продаж. Здесь еще раз акцентирую внимание, что это только одна опция дала такой эффект. Ну, наверное, про интеграцию мы поговорили. Не знаю, давай мы, может, спросим наших слушателей, есть ли здесь вообще коллеги, у которых реализованы контакт-центры, колл-центры, там, например, численностью от 5 и выше человек. Поставьте плюсики, пожалуйста, у кого есть. Так, интересно именно. Может быть, планируется такой вариант тоже, такой сценарий рассматриваем. Даже у кого нет, я думаю, что, говоря про продажи и про телефон, не рассмотреть эти сценарии, наверное, было бы неполноценно. Что такое? Вот, есть плюсики. Мы видим плюсики. Отлично, коллеги, спасибо. Спасибо за обратную связь. Что такое контакт-центр? Контакт-центр – это несколько операторов под наблюдением какого-то старшего супервайзера, например, да? Или несколько групп таких операторов. Зачастую колл-центр есть свои правила обработки вызовов, есть четкие регламенты, скрипты и так далее. И все это дело надо контролировать, причем контролировать как качество, так и контролировать по факту в реал-тайме, что в нем происходит. Мы уже достаточно давно работаем с колл-центрами. У нас даже есть один экспериментальный колл-центр, на котором мы с 2013 года отрабатываем наше решение. И
мы готовим к выходу на рынок очень интересный продукт, который хотелось бы вот по случаю анонсировать сегодня. Это панель супервайзера, которая позволит контролировать, что в текущий момент происходит. Какие звонки в системе есть, кто из операторов разговаривает, какая длина очереди, сколько клиентов ожидает в очереди. Возможно изменить статус оператора, например, если он завершил рабочий день или отошел на перерыв. Возможно, например, прослушать звонок или присоединиться в режиме суфлера, если, например, какой-то новый специалист, ему нужно обучить. Все это будет реализовано в этой панели, которая сейчас находится уже в эксплуатации у крупных наших клиентов. И мы хотим сделать это решение доступным для всех. Хотим, чтобы она помогала продавать вам и помогала обслуживать клиентов. И, наверное, колл-центр, конечно, недостаточно будет остановиться на возможностях контроля. Обязательно нужно отметить такую вещь, как автоматизация. Ну, все-таки менеджер, он ограничен по своим возможностям, да, то есть у него одна голова, и он может распределить внимание между какими-то конкретными вещами, да, он не может работать в режиме мультизадачности или тем более мультиразговора. Да вообще есть стандартные вещи, которые бы хотелось как-то автоматизировать, и менеджер, например, мог бы какие-то там другие задачи решать, на встречу, еще более продуктивно использовать, скажем так, свои ресурсы. Абсолютно верно. И тут бы я хотел привести пример технически сложных вещей, которые были реализованы у наших клиентов. Вот для примера я взял две компании. Обе компании имеют разного размера колл-центры, но обе компании работают в сфере финансов. Слово сказать, эти две компании находятся даже в разных странах. Одна находится в России, а другая находится в Латинской Америке. Тем не менее, эти две компании объединяют то, что они используют самое передовое решение. И так, например, первая компания, имея в штате 15 операторов, умудряется делать почти 100 тысяч исходящих звонков в месяц. Там работает система умного автодозвона, которая организует очередь дозвона таким образом, чтобы звонок поступал оператору в тот момент, когда он освобождается от предыдущего. То есть звонки делаются в несколько потоков, и когда клиент отвечает и обозначает готовность продолжать разговор, он в это время в идеале должен сразу попасть на оператора. Ну, не всегда выходит сразу, но иногда ему приходится подождать там несколько секунд или минут. И вторая компания, имея большой штат операторов, умудряется делать больше 500 000 исходящих, причем 3/4 из них делаются вообще без участия оператора. То есть определенный текст с данными из CRM поступает на программу синтеза речи, делается звонок клиенту, проговаривается этот текст, и в зависимости уже от действия клиента принимается какое-то решение. Фиксируется звоночек в CRM, там дальше все происходит согласно запрограммированному сценарию. Здесь такая возможность используется для обзвона должников и информирования о величине долга и способе погашения его. То есть вот такой сценарий использован, он реализован, и он хорошо показывает себя в автоматизации. Я думаю, коллеги, вы точно можете придумать сценарий автоматизации вашего бизнеса
и автоматизацию именно тех звонков, которые вы делаете. Возможно, это информирование о статусе заказа, возможно, это, не знаю, приглашение. Приглашение, да, да, куда-нибудь. То есть мы часто приглашаем на как вариант. Семинары, вебинары. Кстати, я знаю, компания Nina's Matrix использует эту технологию прекрасно. Да, то есть в рамках это работает, просто бить информацию. Я сам получил такой звонок, он был, я его дослушал до конца, он был превосходен. Тут спрашивают, Вася, 200 звонков в день на одного, спрашивает Дмитрий. 200 звонков на одного, коллеги, это, еще раз говорю, с учетом автоматизации. То есть это говорит о том, что сам менеджер ничего не набирает. Да. То есть менеджер работает на исходящих, и они не осуществляют набора номера. Майя, давай мы, наверное, перейдем к ответам на вопросы. У нас их скопилось достаточно много. Ага, задавайте ваши вопросы, как раз самое время. То есть мы поотвечаем. Там был вопросик по поводу... сейчас, секундочку. Секундочку. Там был вопрос по поводу европейских номеров. Вот помнишь? В начале, да. По поводу Белоруссии, входит ли Беларусь, скажем так, в списке. Сейчас, секундочку, пытаюсь найти этот вопрос. Есть такой вопрос. Все ли операторы и облачная ТЭС жалуются, что нет возможности нормально отсеивать номера по ответственному CRM Битрикса? Планируете ли что-то с этим делать? Ну, планируется, то есть мы постоянно совершенствуем, и этот нюанс более подробно, наверное, ну, лучше я запишу и отвечу. То есть... Коллеги, по поводу Беларуси. Беларуси, как я вижу сейчас, именно если вы спрашивали про аренду номера, да, то есть если вы хотите арендовать белорусский номер непосредственно в Битрикс24, такой возможности, как мы видим вот на экране, да, лучший ответ это посмотреть в системе. Как мы видим, этой возможности нет. Но в Беларуси все сложно, насколько я знаю, с IP-телефонией в целом. Тем не менее, есть возможность, насколько я знаю, воспользоваться услугами ваших провайдеров, взять IP-телефонию локального провайдера, включить ее, например, через Астериск. Или, например, каким-либо другим способом попробовать подключить ее к Битрикс24. Я точно знаю, что у нас есть клиенты, которые находятся в Беларуси и подключили телефонию через Астериск. Мы помогали нескольким крупным компаниям. И ну, в целом среди клиентов, наверное, есть несколько десятков даже компаний из Беларуси. CRM-система подойдет для розничной торговой точки? Ну, это, наверное, не столько про телефонию вопрос. Да, это просто больше общий. Да? Давайте мы сперва про телефонию ответим, если останется время, потом на остальное. Про интеграцию вопрос был больше в фри. Прекрасно, но нужна информация про Octale. Коллеги, напишите вопрос свой про Octale вот здесь, на этом слайде. Есть мои контакты. Меня можно найти в Фейсбуке. Ищите, добавляйтесь в друзья. Да. Мы там пишем про телефонию. Мы работали с Octale, мы можем подсказать или даже настроить ее вам. Фактически Octale дает такую платформу, которую с помощью базового приложения вот ее очень сложно сделать. Так как Octale дает встройку именно внутри своих алгоритмов. Но мы вам это сделаем. МТТ, насколько я знаю, вообще есть приложение. Анатолий спрашивает, да. Давайте посмотрим МТТ. МТТ. Мне кажется, я видел приложение, но могу ошибаться. В любом случае, вы можете зайти в каталог, в маркетплейсе. То есть... Либо он есть в разделе «Подключить свой ОТС» в вашем Bittrex24, либо это на Bittrex24.ru в разделе «Приложения». Дальше перейти в раздел IP-телефония,
и посмотреть, что реализовано. Ну, МТТ вот глазами не нашел, можно, конечно, поискать поиском здесь, вот это не реализовано. Мне кажется, что однозначно у них в планах было, то есть это обсуждалось, но, может, на данный момент еще недоступно. Когда в Битриксе будет колл-центр? Возможно, этот вопрос, кстати, связан с анонсированием Сергеем функционалом контакт-центров. Да, контакт-центр. Но это будет... немножко ведь другое, Майя. Да, это другое. И будет ожидаемо в конце мая, начало июня, то есть ближе к лету, то есть обновление. Но это немножко другое, действительно. То есть именно колл-центр вот в том понимании, чтобы там был такой уровень, тем более автоматизации, про который говорил я, ну, его в продукте не будет, он индивидуален. Если вам нужен, вот контакты. Так, хотелось бы получить подробную инструкцию по подключению собственной IP ATS с помощью REST API. Это вот сегодня рассказывал. Ну, не я про REST API на самом деле не останавливался. Ну да. Есть описание REST API, полностью документировано все. Напишите, пожалуйста, коллеги, я дам ссылку на это описание. Вам будет проще, чтобы не искать, разобраться с этим. То есть, если у вас есть свои программисты, пожалуйста, можете сделать это самостоятельно. Ваша АТС на FreeSwitch. Да, для FreeSwitch у нас решения пока нет, но вы можете попробовать, если у вас есть программисты, через REST API все реализовать. Если нужна какая-то консультация, вот я вижу, да, здесь вопросы такие технические, да. Также напишите конкретные вопросы, я подскажу по использованию API, мы открыты к диалогу. Это последний вопрос у нас был? Еще вопрос, у нас есть несколько минуток. Вот будет ли интеграция с Яндекс.Телефонией, вопросик, да? Да. Обсуждалась эта тема, но пока коллеги из Яндекс.Телефонии приостановили этот проект, но, тем не менее, возможность такая есть. То есть это все зависит от них. Коллеги, я рекомендую вам написать, если вы пользуетесь Яндекс.Телефонией, в поддержку. Тем самым вы добавите вес, ваш голос, он важен для вашего провайдера. Не смотрите, что они большие, им важна обратная связь. И они сделают, если будет достаточное количество запросов. Пишите. Хотите интеграцию с Яндекс.Телефонией? Все зависит от вас. Ну, еще вопросики. Ждем. Запись, повторюсь, запись вебинара будет. После окончания вебинара мы разошлем информацию о том, где вы можете скачать, посмотреть видео. То есть все это будет предоставляться после. Тут вопрос еще спрашивают, как соединить 1С, Далеон Автобизнес, Битрикс, плюс Битрикс и телефонию. То есть, у есть кого у вас опыт, да, Вась. Ну, 1С там, наверное, не в плане телефонии соединять надо, я подозреваю. Есть опыт, напишите на e-mail или в фейсе. CRM-система подойдет для розничной торговой точки. Есть для розничной торговой точки отдельный сценарий, но здесь надо именно смотреть, что вы хотите от CRM-системы. Может подойти, а может и не подойти. Нужно именно смотреть конкретику. Да, Дмитрий, вы можете нам написать отдельно более уточняющие вопросы, то есть и уже как-то мы свяжемся после вебинара и рассмотрим. Как организовать конференц-звонок в телефонии Битрикса? Но мы сегодня не говорили про это. Да, мы сегодня не показывали. То есть... Тут все зависит от варианта подключения. Если вы имеете в виду саму телефонию Битрикса, мы... В деталях именно настроек использования ее не вдавались сегодня. Коллеги, я думаю, что мы не будем
Мы можем что-то, вы можете написать. Да, мы лучше документацию вам дадим. То есть все, что описано, вы сможете посмотреть в виде инструкции. Да, это будет мы покажем, даже лучше. Где это можно настроить. Сейчас мы начнем рассказывать, а настроек много, и мы еще на час где-нибудь. В любом случае, еще раз повторюсь, что запись вебинара будет доступна после, то есть будет рассылочка специальная идти, то есть на вопросы вы можете писать по указанным номерам, адресам. То есть в любом случае, спасибо за то, что вы пришли на наш вебинар. А еще один вопрос, смотри, поступил. Ответим. Аналоговую АТС никак не соединить? Вот я говорил, что самость риск, он поддерживает именно соединение с традиционными аналоговыми линиями. Вы можете его использовать, например, как промежуточное звено, и если у вас, например, все на аналогах, на аналоговых линиях, да, либо использовать голосовой шлюз, либо использовать, вот если вам именно принципиально номер сохранить, а вы можете уйти на IP-телефоны, использовать астериск с платкой расширения. Еще один вопрос. Панель для старшего менеджера будет бесплатна для всех тарифов. Коллеги, панель для старшего менеджера – это наше решение. Мы ее сейчас, скорее всего, отдадим в формате бета-тестирования на какой-то период бесплатно, но это будет коммерческое решение. То есть бесплатной для всех она вряд ли будет. Возможно, мы сделаем какой-то бесплатный вариант использования, как в случае с интеграцией. Ну все, коллеги. Спасибо за внимание большое. Спасибо вам. Пишите в лично, у нас указаны имейлы, то есть на все вопросы, оставшиеся вдруг, это мы ответим.